Выходной Майи. Мам, хватит! Я хочу спать! Окей. Да, конечно. О, да. И я. Дорогая, дай-ка я сотру с твоего лица недовольную гримасу. Мам! Еле успел. Богатая и бедная. Мама. Посмотрим. Я еще сплю? Ничего не могут нормально сделать. Пора начинать утро. Начнем с улиткового крема. Что? Обожаю алоэ вера. Да, дорогая. У меня крема закончились. Ты расстраивайся, дорогая. Майя обожает алоэ вера. Подарки природы. Отлично. Ложись, дорогая. Закрывай глаза. Окей. Спасибо, мам. Вроде нормально. Мама будет недовольна. Салфетки. Лучшая вещь после нарезного батона. Бедный сок. Не трать сок зря. Вот. Серьезно? Пить хочу. Чего желаете? Клубничный, апельсиновый или лимонный? Апельсиновый? Нет. Лимонный? Слышала, это полезно, но... Этот. Держите, мисс. Упс. Не волнуйтесь, я уберу. Готово. Спасибо. Мам, деньги. Конечно, дорогая. Да! $100? Мне сегодня везет. Положу на свой банковский счет. Сбережения на черный день. На сладости. Я куплю столько сладостей. Я такого никогда не видела. Это мое, я нашла. Теперь это наше. На коммуналку. Подожди, что это такое? Дневник Майи. Посмотрим. Какой милый. Кто это? Джастин, 14 лет, рост 1,70 м. Мам,
вот. О, интересно. Обнимаю. Целую. Люблю тебя. Мам, что ты делаешь? Отдай! Что за Кайл? Я так больше не могу! Я хочу другую жизнь! Это и эти. $5.25. Раз, два. Нашла. Я скоро, дорогая. $5.25. Простите. Ты выглядишь как я. Ты выглядишь как я. Поменяемся? Да, давай. Вау. 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 Пойдем, дорогая, пора домой. $1500. Сколько? Не может быть. Ладно, сдачи не надо. Пойдем, дорогая. Вау! Я такого раньше никогда не видела. Это что, я? Что это? Вау! Я раньше не пробовала! Вау! Что это? Вау! Вау! Как круто! Будьте аккуратнее! Спасибо! Упс! Мам, давай посмотрим кино! Ладно, дорогая, выключай свет! Да! Для чего все это? Попробую так. Ваш напиток, мадам. Все сюда, в гостиную. Упс. Ложная тревога. Это точно та. Вау, это лучший фильм. Да. Да. Серьезно? Что из этого приготовить? Облака на горизонте. Не обожглась? Не так уж и горячо. Есть хочешь, дорогая? Да. Я что-нибудь приготовлю. Что тут можно сделать? Ага. Вау! Как ты это сделала? И на следующую неделю еда есть. Муа. Просыпайся, дорогая. Пора в школу. Точно. Не хочу в школу. Красные щеки. Немного пота. И мое фирменное. Последний штрих. Супер горячо. Ага, точно сработает. Мам, я не могу пойти в школу. Что случилось, дорогая? Гляди. А?
врунишка. Я тебе покажу. Прими-ка лекарство. Я уже выздоровела. Пошла в школу. Рюкзак не забудь. О, мам, я скучаю. Услышать бы ее голос. Позвоню ей. Ты не знаешь, где моя зарядка? Тебе она не нужна. Вот. Вау! Алло? Алло? Мамочка! Это ты! Меняйся! Как здорово! Пока! Мам, я так скучала! Мамочка, я скучала! Скучала? Но я же тут была! Какие милые маленькие куколки, аккуратно выстроившиеся в ряд! Знаешь, что я не люблю кукол? Особенно Барби! Мне нужно место для календаря! Теперь я буду знать, когда приедет моя новая сестра! Наконец-то! Что? Эй, это твоя новая сестра! Наслаждайся! Но, мама! Я хочу настоящую сестру, а не куклу! Фу, мне это не нравится! О, привет! Я твоя новая сестра! Не может быть, чтобы мама подарила мне Барби в качестве сестры! Я мечтала о крутой сестре, видишь? Хочешь поиграть? Ты меня напугала! Не отвлекайся! Возьми мои вещи! Здесь есть все, что нам может понадобиться! Держи! Что это? Паук? Я должна от него избавиться! Это поможет! О, нет! Есть! Успокойся, это мой питомец Патрик! О, что, правда? Фух, почему ты не сказала? Ауч! Как больно! Я тебе помогу! Что это? Кажется, твою ногу заело! Я все исправлю! Она не двигается! Может быть, это сработает? Ты закончила? Ау! Замолчи! Утро уже не задалось. И я снова забыла смыть макияж. Доброе утро! Ау! Серьезно? Привет, Барби! Привет, Барби! Ой, посмотрите на меня! Я Барби, я такая идеальная! Что здесь произошло? Что случилось с моей одеждой? Эй, я принесла тебе одежду. Розовую? Фу! Я не буду это носить. Пора заняться рукоделием. Этот свитер станет самым модным. Конечно, нам понадобится красная и черная краска. Начинаем. Он не должен быть идеальным. Чем больше, тем лучше. Наконец-то! Мои привычные цвета со мной! Эй, сестренка! Я приготовила тебе завтрак! Наконец-то! Они из пластика! Ты что, издеваешься надо мной? Где мой завтрак? Пей, сестренка! Ты же не хочешь опоздать в школу? Что ты делаешь? Ну же, ешь свой завтрак! Мне нужна настоящая еда! Вкуснятина! Уверена, ты никогда не пробовала этого. Тебе понравится. Скажи, Опять мне приходится все делать. Нужно открыть рот, а потом закрыть, а затем нужно проглотить все. Итак, что скажешь? Мне нравится. Хочу еще. Я создала монстра. Майя, это так здорово! Мой живот сейчас лопнет. Я помогу. Вот оно. Что же мне делать? Просто тушься. Сильнее. Тушься. Хорошо.
да, вот так. А, я думаю, мне тоже нужно в туалет. А, быстрее, я не могу терпеть. О, ну, это было не так уж и плохо. Теперь мне намного лучше. А? Быстрее, я не могу долго терпеть. О, вечеринка? Посмотрите, как я двигаюсь. А, ты в порядке? Я закончила. С дороги. Я вся грязная. Давай я тебе помогу. Давай сначала уберем туалетную бумагу. Какая липкая. Теперь нужно тебя причесать. Ну уже! Упс, нам нужны более радикальные меры. Уверена, у мамы где-то есть. Мама! Еще раз. Мы больше не будем этого делать. Нам нужен мамин гель для волос. Нашла. Идеально. Теперь можем начинать. Этого должно быть достаточно. Затем я помассирую кожу головы. Что происходит? Разве это не гель для волос? Что такое? Ничего. Что ж, парень точно все исправит. Этот подойдет. О, вау! Сработало! Спасибо, у меня есть для тебя подарок. Подарок? Ура! Держи! Машина? Вау! Хочешь сказать, что я наконец-то смогу участвовать в гонках? Так круто! Наконец-то моя мечта сбылась! Это точно! Держи! Что это? Машина для кукол. Я должна была догадаться. Эй, Майя, зацени. Что происходит? Я ее тестирую. Сломался. Это нехорошо. Останови ее! Барби! О, боже, остановись! Девочки! Тут повсюду беспорядок! Привет, мам. Что здесь происходит? Наведите тут порядок. Сейчас же. Давай убираться. Давай. Я начну с кровати. Просто засуну все это сюда. Готово. Все не так уж и плохо. Это то, что раньше нравилось Майе. Вау. Вы заслуживаете места на полке. Отлично! Выглядит великолепно! А теперь давайте повесим плакат с Барби! Не могу поверить, что ты это прятала! Все эти мрачные вещи нам не подходят! Я верну все это на место! Пора сделать комнату розовой! Маме это понравится! Выглядит намного лучше! Так куда мне это положить? У меня есть идея! Я не знаю... Барби, что ты делаешь?! Вот, все готово. Что скажешь? Что ты наделала? Нет, нет, что это? Я покажу тебе. Эта комната ни за что не будет розовой. Нужны экстренные меры. Это спасет меня. Осторожно. Что только что произошло? Теперь моя сторона соответствует моему стилю. Намного лучше. Отлично. Справедливо. Сестры так и должны поступать. О, уведомление. Кем? Что это? Это Барби Лэнд. Они зовут меня вернуться. Мне пора. Что? Но ты такая хорошая сестра. О, точно. Мы так весело проводили время вместе, но я должна вернуться домой. Я всегда буду помнить тебя. Прощай, реальный мир. Здесь воняет. Ух ты, что это за место? О, привет, Кен. Что ты здесь делаешь? Я Тимми. С дороги. Вау, какое интересное место. Я больше не в доме Барби. Что она делает? Привет. Кто ты? Гадость. Ты очень похожа на мою куклу. Невероятно. Это Барби! Вы должны это увидеть! Вау, она настоящая!
настоящая! Ух ты, посмотрите на ее обувь! Вау, о, какие у тебя потрясающие! Какая ты красивая! Давайте заглянем ей под юбку! Да! Извините, мне пора. Но, Барби, ты подожди! Не можешь уйти! Барби! Хватит меня преследовать! Держите ее! Подождите, я, кажется, заблудилась. Иди сюда! Привет, Кен! Держи! Кажется, она здесь! Ты не видел Барби? Нет, извините. Что? Я делаю уборку. Тут так грязно. Фу, чуть не попались. Это точно. Я скучаю по своей старой одежде. Так гораздо красивее, правда? Слушай, нам нужно выбираться отсюда. Быстрее, давай! Эй, где Барби? Заходи! Такой джентльмен. Никуда не ходи, хорошо? Хорошо. О, вау! Что за сумасшедшее? Да. Эй, что ты делаешь? Эй, какое-то странное ощущение. Посмотрим. Это какая-то коричневая слизь. Это просто шоколад. Кажется, мы от них отбились. Но лучше все равно спрятаться. Лежи тихо, ладно? У нас мало времени. Привет, братишка, я дома. Привет, как дела? Что ты с ней сделала? Тимми, давай поиграем, ну же. Есть Барби без головы. Может быть, в другой раз, хорошо? Ладно. Но ты следующий. Ее нужно лечить. Все чисто. Это было ужасно. Мне нужно вызвать врача. Ты сказала врача? Никто не отвечает. Алло? Есть тут кто? А что там по телевизору? Срочные новости! Сегодня вечером в школе Лала Хай Скул была замечена Барби в реальной жизни. Если вы располагаете какой-либо информацией о ней, пожалуйста, позвоните по этому телефону. А тебе говорят в новостях! Так ты и правда? Барби? Алло? Есть тут кто? Да, я настоящая. Мое такси. Пока! Подожди, ты же не поместишься в эту штуку! Думаю, эта машина для тебя маловато! О, не получается! Барби, все будет хорошо! Я хочу домой! Подожди, я знаю, как тебя развеселить! Я скучаю по своему дому! Что это за запах? Вау, мне нравится! Я люблю фрукты! И запах такой приятный! Вау, как вкусно! Я больше Я заказал пиццу! Что ты делаешь? Хочешь попробовать? Нет, у меня есть настоящая еда, видишь? Вау, как интересно! Это сыр? Какой славный праздник! Так, подожди, хорошо. Тебе нужно откусить кусок и прожевать! Видишь? Откусить и прожевать? Вау! Я никогда не пробовала ничего подобного! Это похоже на праздник во рту! Я плаваю в соусе! Еще сыра? О, да, пожалуйста! Это лучшая Барби? Вещь в мире! Вау, это так вкусно! Я не хочу прекращать есть! Еще, еще, что? Еще! Но я съел только один кусок! Это было невероятно! Что случилось с моим животом? Я чувствую, что сейчас лопну! Ты просто объелась! Не волнуйся, я тебе помогу! Та-дам! Что это такое? И как его использовать? Тебе просто нужно тужиться! Тужиться? Я тебя поняла! Кажется, получается! Барби, ты закончила? Теперь Вау, ты сходила в туалет? Ладно, неважно! У меня есть для тебя сюрприз! Готова? Вау, сколько тут одежды! Я в раю! И все розовое, потрясающе! Я хочу примерить все! Первый? Отлично! Идеально подходит для пляжа! Лови! А как насчет этого шелкового наряда? Просто роскошно! Или, может быть, что-то более спортивное? Что скажешь? Черт, как же мне скучно! Видимо, она что-то нашла. Еще? Она увлеклась. Думаю, этого достаточно.
Эй! О, привет, ребята! Вы не слишком любите разговаривать, да? Это невежливо, но у меня появилась идея, будет весело. Барби, ты где? Так странно. Барби? Оу! Ты нашел меня? Посмотри. Мы отлично смотримся вместе. Ладно, согласен. Идем. Хорошо. Думаю, пора выбрать новые. Садись. Мы быстро подберем тебе обувь. Покажите ей. Вам что-нибудь понравилось? Какие милые. О, нет, каблуки. Эти лучше. Поверь мне, просто примерь их. Ну же, давай. Я знаю, что это твой размер. Еще чуть-чуть. Не уверена, что ну это же. Мой размер. Ну же, осторожно. О, ничего себе. Вы меня чуть не убили. Но спасибо за покупку. Карты или наличные? Так дорого! Не волнуйся, я заплачу. Да. Наличные, пока. Пожалуйста. Какая милая пока. Пара. Минуточку, это же игрушечные деньги. Не могу поверить, меня ограбили. Кто-нибудь позвоните в полицию, помогите. Моя жизнь окончена. Дом, милый дом. Какой веселый. Зависит от того, сколько у меня денег. Да, я знаю. У меня будет для тебя сюрприз. Сюрприз? Эй, Свет, эй, есть кто-нибудь дома? Кто там? А что это за свет? Эй, подождите, это та самая безголовая кукла. Бедная Барби. Подождите, их так много. Ужас. О, нет. Я не позволю этому случиться со мной. Мяч? О, это сестра Тимми. Привет. Именно. Привет, Барби. Давай поиграем. Барби, я дома. Что ты за... Ты не передашь мне сахар? О, Тимми, ты вернулся. Не хочешь присоединиться к нам? Нет, спасибо. Все в порядке. Можно мне поиграть на улице? Да, конечно. Спасибо, это было весело. Это точно. Пока. Пока. Ха, она очень изменилась. Да. Ой, смотри, она оставила своих Барби. А, привет, Барби. Привет, Кен. Итак, смотри. Что? Садись. А? Пора тебя немного преобразить. Сиди смирно. Что ты сделала с моими волосами? Я чувствую, что изменился. Ты выглядишь потрясающе. А это мой дом. Ух ты. Ты хочешь, чтобы я пошел в твой мир? Если ты сам этого хочешь, с удовольствием приму тебя. Ну так... Я бы с удовольствием посмотрел, где ты живешь. Я так рада! Заходи. Добро пожаловать. Посмотрите на этого красавца, он великолепен. А я такой, дайте мне мяч и бум! Я лучше, чем она. Ему просто нужно увидеть меня. Что? Барби? Привет, Кен. Прости, Барби, русалки лучше. Просто оставь ее. Ему больше нравятся русалки. Что со мной не так? Что? Ноги? Точно, вот в чем дело. Но никакие трудности меня не остановят. Ну что мне нужно сделать? Если хочешь стать русалкой, тебе понадобится хвост. О, надеюсь, боли не будет, но ты права, за работу. Во-первых, надо сменить обувь. Это подойдет мне гораздо больше. И немного скотча. Вот так. Отлично. И теперь мне нужно что-то блестящее. Попробуй это. Ой, нет. А вот это как раз то, что мне нужно. Нужно высыпать блестки сюда. Чем больше, тем лучше. Красивый и блестящий. Готово. Платье? Нет. Теперь я выгляжу потрясающе.
А теперь нужно, чтобы бюстгальтер сочетался с хвостом. Что? Ну ладно. И что я могу для этого использовать? Может, вот это? Давайте примерим цветы. Нет, не лучший выбор. Что у нас тут? Стиль желтая пресса? Нет. Мои малыши тоже нет. Что же делать? Это так трудно. О, вот это мне нравится. Нужно примерить. Прекрасно. Так